Отечественным предпринимателям следует уже сейчас готовиться к выставке «Экспо-2017». Ожидается, что в 2017 году страну посетят более 2 миллионов туристов. Гости выставки посетят не только Астану, но и другие регионы страны. Основной поток туристов придется на курорт Боровое и близлежащие к столице города. Однако общий номерной фонд гостиниц в столице чуть меньше 6,5 тысяч номеров. По словам консультанта компании «Астана-Экспо» Розы Асанбаевой, предстоящая выставка – это шанс для казахстанских бизнесменов. Сейчас идет разработка новых туров. Под эгидой бренда «Экспо» будет запущен поезд класса «Ориент-экспресс». Кроме того, сейчас изучается предложение в 2017 году включить в стоимость авиабилета до Астаны и стоимость билета на международную выставку. Статистика мировая, международная статистика свидетельствует о том, что один турист оставляет в стране пребывания около полутора тысяч долларов США и дает возможность открыть от 6 до 12 рабочих мест, и создание которых обходится в 10 раз дешевле, чем в других отраслях экономики. Сейчас мы работаем над тем, чтобы наши туроператоры имели стимул развивать турмаршруты здесь, внутри страны, приглашать гостей. Мы предлагаем, как Национальная палата предпринимателей, отказаться от лицензии, перейти на уведомительный порядок. В этом смысле создать стимул для того, чтобы было желание работать именно внутри страны.